Артему сладкий. Привет. Привет, ты проснулась? Реакция на голос мамы – слабая улыбка. Улыбаться 4-месячная малышка Тася еще, слава богу, может. А вот шевелить ножками, ручками и держать головку так и не научилась. Девочке еще не исполнился месяц, как у нее обнаружили редкое генетическое заболевание – спинальную мышечную атрофию. Но мы узнали, как бы чисто случайно, просто ребенок вялый. Ну, мы думали, характер такой спокойный, такая ленивая. Оказалось, не черта характера, а патология, прогрессирующая изо дня в день. С такой агрессивной формой болезни ребенок может не дожить и до 2 лет. Недавно девочка второй раз переболела пневмонией и совсем ослабела. Уже у нее пошла атрофия глотательного рефлекса, то есть она сама не кушает, она на зонде. И у нее уже, скорее всего, происходит атрофия сосательного рефлекса, потому что соску она тоже уже не сосет. Подарить шанс на жизнь помогла бы серия дорогостоящих препаратов «Спинраза». Нужно 32 миллиона рублей на загрузочные 4 укола. Родители надеялись на помощь краевого здравоохранения. Чем раньше проявляется болезнь, тем она агрессивнее. То есть я не знаю, на что они ждут, что ждет Минздрав. Скорее всего, то, что ребенок уйдет и все. Лечения не будет. Они нам в открытую говорят, лечения не будет. Спинраза должна быть включена в список жизненно необходимых препаратов в 2021 году. И не на региональный бюджет должны ложиться расходы, а на федеральный. И вот они вот этого ждут. А времени нет, в запасе всего несколько месяцев. Родители активно пытаются собрать непосильную для них сумму. В идеале нужно не 32, а 160 миллионов. На американское инновационное лекарство. Один укол, и ребенок встанет на ноги, рассказывает мама Таси и приводит реальные примеры. Уже 19 детей получили лекарство Золгенсма в России. Они практически все держат голову, они сидят, и потихонечку они начинают ходить. Кстати, всем этим детям помог не Минздрав, а обычные люди, такие как мы с вами. К слову, всего 253 рубля с каждого жителя Барнаула, и малышка будет жить. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком.